Росстат опубликовал данные за 2015 год, где указал среднедушевой доход в 35 тысяч рублей. А это аж в 4 раза больше, чем прожиточный минимум. И вроде бы все хорошо, однако по тем же данным безработица в стране приближается к показателям десятилетней давности. Да и экономист Владислав Жуковский уверен, что реальная картина совсем не так радужна, как ее рисует Росстат. Так куда мы катимся? Для кого Росстат пишет свои итоги и что со всем этим делать? Об этом рассказал эксперт накануне ТВ. По поводу того, что Росстат публикует некую цифру в виде средней заработной платы по стране, либо средние душевые доходы, это есть некая температура по больнице. Здесь нужно понимать, что суммируются доходы всех и вся, то есть госменеджеров, руководителей госбанков, госкорпораций, госмонополий, высокопоставленных чиновников, федеральных, региональных, представителей среднего класса, самозанятых предпринимателей, представителей сливого серого сектора экономики. Вот эти 10% населения с более-менее нормальным доходом, они вытягиваются в статистику. Потому что на самом деле у 70% россиян доходы крайне низкие. Эксперт указывает на то, что мы уже опустились до уровня нищеты десятилетней давности и, судя по всему, будем опускаться и дальше. В целом вектор на структурно-технологическую деградацию, на примитивизацию экономики, на деиндустриализацию, на деградацию промышленности, падение заработных плат реальных и разрастание депрессивных настроений. Этот вектор он идет, и мы по нему двигаемся вниз. Сейчас уже в 2006 году, потом вернемся в 2003 год, потом в 2001 год, потом в 1999 год. Ну а там, в принципе, падать и копать можно бесконечно долго. Благо, что вот эта команда российских руководителей, в лице Набиуллина, Улюкаева, Силуанова и Медведева и прочее, ну как бы это идейное наследие гайдаровско-чубайсовской шоковой терапии 90-х годов. В принципе, они действуют по лекалам их идейных отцов-основателей и их менторов. Поэтому, ну вот мы туда и возвращаемся, что эти люди на большее не способны. Владислав Жуковский отмечает, прикрываясь пропагандой, чиновники и экономический блок просто зомбируют население, а сами несут такие красивые цифры на доклады первым лицам государства. И так может продолжаться еще долго. А по поводу уровня жизни, да, действительно будет дальше падать. Этот процесс, на самом деле, только набирает обороты. И в ближайшие, ну, минимум 3 года, я думаю, что реально лет 5-7, уровень жизни россиян будет неполно снижаться. И никаких шагов по остановке этого процесса, на самом деле, не будут приниматься ни верхами, ни сами низы особо ничего делать не будут. Поэтому это будет очень долго и всерьез. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».